улице Омарова, 24, города Каспийска, не так давно была отремонтирована площадка для твердых бытовых отходов. Несколько мусорных баков стояли за ее пределами. Вследствие этого надзорные органы выдали организации предписание о возвращении баков на территорию площадки. На вопрос надзорных органов, почему часть баков не на площадке, я объяснял, что жители, к сожалению, до баков не доносят. Вот дальше угла не хотят люди идти, да, наносить мусор до баков. Откровенно говоря, мне никто не поверил, да, и дали предписание перенести площадки, баки внутрь площадки, чтобы и было сделано. Но опять-таки вот прошло там буквально 10 дней там, или 2 недели, срывов вывоза оттуда не было, машина регулярно оттуда забирает. Но опять-таки вот эта же проблема, мы опять с этим столкнулись. Как утверждает руководитель учреждения Магомед Багамаев, горожане, проживающие по данному адресу и близлежащих домов, попросту не доходят до баков и оставляют мусор на земле. Однако площадка соответствует всем требованиям. Помимо этого, жители также выбрасывают тяжелый габаритный строительный мусор, который может выводить из строя спецтехнику. Доходят до первых баков. Если первые баки заполнились, они не считают нужным дойти до следующих баков пустых. Опять-таки повторяю, площадка бетонирована чисто. Дойти до следующего бака и бросить мусор, свой пакет, следующий бак. Нет, они именно целенаправленно будут именно в углу выкидывать, вот просто потому что не хотят сделать 3-4 шага. Совсем недавно сотрудники МБУ «Зеленый город» вновь выехали по данному адресу и очистили площадку и прилегающую территорию от мусора. Буквально за несколько дней образовалась та же ситуация. Такие действия недобросовестных горожан приводят к тому, что недокинутый мусор могут разрывать и разбрасывать животные, а также разносить ветер, тем самым вызывая нелицеприятную картину и запах в данном дворе. Я обращаюсь к жильцам ближайших районов данной площадки Омарова 24. Ладно, вы, может, окружающих не уважаете, сами себя хотя бы начните уважать. Но также невозможно, никаких сил не хватит навести в городе порядок, если просто жители не хотят дойти до бака и выбросить свой мусор. Там именно причина в этом.